В Алматы на одном из блокпостов задержали человека, который пытался провести пассажира в город за 2000 тенге. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщил на брифинге начальник административной полиции Алматы Жандос Мураталиев. Всего по периметру мегаполиса установлено 27 блокпостов. Через них с 19 марта по сегодняшний день в город въехало почти 30 тысяч автомашин, а это около 60 тысяч человек, и выехало больше 50 тысяч. Сейчас работа на блокпостах стабилизировалась, пропуск транспорта и людей осуществляют в штатном режиме. Сам город заметно опустел, что отразилось и на криминогенной обстановке. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. За сутки в городе зарегистрировано 70 преступлений. Преступность снижена на 25,5%. Аварийность в городе также снижена на 70%. На телефонный колл-центр департамента от жителей города поступило свыше 7 тысяч звонков, на которые сотрудниками полиции даны исчерпывающие ответы